Приветствую вас, народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про розыгрыш Шкоды Т56, но вначале покажу трех победителей по 500 золота из Ютуба и трех победителей по 500 золота из ВК-видео. Если вы играете на Руба регионе, тоже можете принять участие в розыгрыше. Пишите свои комментарии в конце ники. В игре проходит событие «Лес чудес», а в этом событии еще и челлендж был для игроков и для блогеров. До 18 сентября нужно было показать свое лучшее время прохождения этого события. Там нужно было задание выполнять. Время отчета начинается с того момента, когда ты первое задание начинаешь выполнять, а заканчивается, когда выполнишь последнее. Я это событие прошел в первый день за 11 с хвостиком часов. Это все прошло у меня за один стрим, и я думал, что я не пройду этот челлендж, не попаду в топ-250. Но оказалось, что самое быстрое прохождение 8 часов 30 минут, а 250-й по скорости результат занимал 17 часов 40 минут. Я со своими 11 часами, оказывается, еще и прошел челлендж для всех и выиграл танк премиумный К2. Но также я еще и выполнил условия для блогеров и получил возможность для вас разыграть две Шкоды Т56. Мне очень приятно было, что люди поддерживали меня, чтобы я челлендж прошел. Конечно, для них это прямая выгода, кто-то из них получит Шкоду Т56. Но спасибо, что поддерживали. Челлендж я прошел прямо в первый день. Теперь простые и понятные условия розыгрыша первой Шкоды Т56. На Ютубе под этим видео пишите комментарий не менее 5 слов, в конце свой ник. Также нужно сделать еще репост своим друзьям в любую социальную сеть, куда хотите. Но вы должны сделать репост для участия в розыгрыше. Также нужно еще поставить лайк. Эти простые три условия можно выполнять с момента, когда это видео выложится, а оно выложится в субботу утром, до вечера вторника. Вечером во вторник я выберу победителя, которого вы увидите в видео в среду утром. То есть у вас есть 4 дня, чтобы поучаствовать в этом розыгрыше с очень простыми условиями. Шкода Т56 очень жесткий прем-танк, который сейчас нигде не получить, поэтому я думаю, что поставить лайк, сделать репост и написать комментарий — это легче некуда. Также еще будет вторая Шкода Т56 разыграна в воскресенье в 12 МСК днем во время трансляции среди активных зрителей, которые подписаны и что-то напишут в чатике. Чтобы бот подумал, что вы активный зритель, нужно будет еще сидеть в чатике, хоть как-то пытаться общаться, там хоть что-то напишите. Случайным образом бот выберет победителя, и он получит Шкоду Т56. Также еще в ВК-видео тоже будет розыгрыш. Под этим видео тоже пишите комментарий, не менее 5 слов, в конце ник. Тоже ставьте лайк, тоже делайте репост своим друзьям, себе на стену, в группу, куда хотите. Просто сделайте репост. Кто не сделал репост, не поставил лайк, они не будут принимать участие. Да, в розыгрыше золота я делаю вам поблажку, я не проклацываю в программах все условия, я просто учитываю по комментариям. Но в этом розыгрыше я буду учитывать все. Если человек не подписан, не поставил лайк, не сделал репост, он не выиграет этот танк. Здесь уже серьезный розыгрыш, не вот это ваше золото ежедневное. И в группе ВКонтакте тот, кто выиграет, выберет сам себе любой прем-танк из прем-магазина. У меня всего лишь две Шкоды Т56 на розыгрыш, поэтому на ВК-видео не хватило. Но я решил, что обделять ВК-видео не стоит, поэтому от себя подарю, за свои деньги куплю и вышлю подарком. Там все прем-танки 8 уровня в одну цену, поэтому зритель любой выберет из прем-магазина, который продается, какой ему надо. Такой я ему и подарю. Вот такие простые условия. Подписка, лайк, репост, комментарий, в конце ник. Также еще во время стрима в воскресенье в 12 МСК. На ВК Play Live, ссылка в описании, всегда она там есть. Подписываемся туда, подписываемся на группу ВКонтакте, на ютубчик. Везде условия выполняем, получаем свои танчики. Также еще там практически в каждых видео разыгрывается золото. Для тех, кто ничего не выиграет, не расстраивайтесь. 60 тысяч золота я вам каждый месяц раздаю. С пустыми руками точно не уйдете. Условия простейшие, все бесплатно. Я решил вас там не напрягать какими-то подписками на Boosty, Фигусти и так далее. Но имейте в виду, вы когда на ВК Play Live подписываетесь, вы автоматически подписаны уже и на Boosty. То есть вы даже, если не хотели, то вы туда все равно попали. Там периодически выходят новости, которые не вошли в видео, а также различные видосы, которые я не вижу смысла выкладывать на YouTube там или в ВК. В общем, там время от времени что-то выходит интересное. Если хотите, заглядывайте. На этом все. Желаю вам успехов в этом розыгрыше.
С вами был Варчик. Играйте красиво. Всем удачи. Пока.